Некоторое время назад я купил себе пистолет. Моя травматика гордо возлегает в сейфе, подальше от посторонних глаз. Так же далеко я спрятал свои воспоминания и мысли, которыми была полна моя голова еще пару месяцев назад. Правду говорили инструкторы. Оружие тебя изменит, пистолет и осанку выпрямит, и голову на место поставит. Если ты, конечно, этого захочешь. Осанка действительно изменилась. Я расправил плечи, стал поувереннее, но главное, пропало глупое ребячество. Тот необузданный азарт, который мне раньше казался очень даже обдуманным поведением. Однако признаюсь, что я еще пару раз наступил на грабли оружия самообороны. Лишь один единственный смысл – война. Помнится, в те дни была премьера боевика «Неудержимые». Стариканы вроде Сталлоне, Шварценеггера и Джета Ли вновь спасали мир от злого гения, освобождали страждующих и, конечно, поливали из 40-ствольных пулеметов направо и налево. Они кувыркались, прыгали, ныряли, при этом стреляли, перезаряжали магазины по 1000 патронов и опять стреляли. Я с двумя старинными приятелями вкушал голливудское месиво в кинотеатре. День был выходной, мы позволили себе собраться пораньше. Побаловаться немного пивком, ну а потом, собственно, в кино. Выходили из кинотеатров мы с трудом. Просто животы болели от смеха, ну и процентов на 15 давало о себе знать пиво. Димон, слышь, а где ж твой хваленый пистолет? Дома, в сейфе лежит, а что? Что-что? Где огонь, глаза? Давай по банкам, что ли, постреляем. Точняк! Димка, давай оторвемся. Когда еще вместе соберемся-то? Короче говоря, уговаривать меня долго не пришлось. И через полчаса трое боевиков с несколькими банками пива и пистолетом уже были за гаражами. Вот и снова настало время для подвига. Как в былые времена, мы почувствовали себя суперменами. Адреналин и азарт просто хлестали через край. Только мы уже не дети, что стреляли из воздушек по солдатикам, а взрослые мужики с реальным пистолетом в руках. Но об этом как-то не думалось. Хотелось, как Сталлоне, прострелить банку после кувырка до метров с 20. В общем, долго мечтать мы не стали. Соорудили себе микрополигон, расставили мишени и понеслась. Стреляли метко, быстро, как заправские неудержимые. Стреляли классно, но недолго. Яркие вспышки сознания смешались с вспышками проблескового маячка машины ППС. Затем несколько ярких вспышек по лицу, несколько вспышек в машине, и сознание вернулось в дежурной части нашего района. Так, Дмитрий Сергеевич, ты с ума сошел? Пострелять захотелось! Так начался мой разговор с уже хорошо знакомым мне участковым. Скажу сразу, что нам крупно повезло, что мы получили взбучку от наших полицейских, среди которых был мой участковый, а не от группы ОМОНа, например. Я повторяю, ты с ума сошел? Трое здоровых мужиков посреди города стреляют из травматики по банкам! Так мы не посреди города, а за гаражами были. Ты, друг мой, плохо учился, когда лицензию получал. Или, может, проспал чего? Какие гаражи? Какие стрельбы, блин, по банкам? Я почувствовал себя полным идиотом. Ладно, мои друзья, они и знать не знают об этих правилах. Но я... Как я мог вообще забыть в один момент все, чему меня учили? Что это было? Пиво? Азарт? Нет. Просто глупость. Обычная человеческая глупость. Та же глупость, что заставляет молодежь, набравшись пивка, идти на косогор, стрелять по проходящей электричке. Ну весело же, а? Та же глупость, от которой некоторые становятся инвалидами, а некоторые и вовсе погибают. До меня стало доходить, что мы же могли и попасть в кого-нибудь ненароком. Или повредить чей-нибудь автомобиль. Ну автомобиль ладно, но если бы в человека попали...
Наверное, сейчас у неодержимых животы болят от нашей глупости. Вот вам и постреляли. Суббота закончилась полным провалом. Согласно статье 20.13, у меня изъяли пистолет и патроны. И вручили повестку в суд, где мировой судья должен был решить, наложить на меня штраф, либо конфисковать оружие и лишить прав на ношение и хранение аж сроком до 3 лет. Учитывая мои положительные характеристики и смягчающие обстоятельства, я отделался штрафом в 5000 рублей. Патроны и пистолет участкового вернул. Михалыч, мы, в общем, уяснили, что ни за гаражами, ни в лесу, ни на крыше стрелять нельзя. Но, ну а где можно-то? В тире или в комплексе стрелковом. Иди и стреляй, сколько влезет. Хоть с кувырка, да хоть с прыжка. Ну, иди там и стреляй. После этих слов мое сознание окончательно вернулось ко мне. Я вспомнил стрелковый комплекс, вспомнил глаза и лица инструкторов, вспомнил их слова: оружие тебя изменит, пистолет и осанку выпрямит, и голову на место поставит, если ты, конечно, этого захочешь. Действительно, голову на место поставит. Пора этим заняться вплотную. Ну а подвиг подождет немного, пока я не разберусь окончательно.